Я бы назвал нашу кооперацию в части производства оборудования, технологий нефтегазодобычи и сервиса. Безусловно, Китай сегодня способен самостоятельно у себя на территории производить, но полагаем, что такая кооперация с учетом близости северных округов, где работают нефтегазовые компании, могла бы быть интересна нашим китайским партнерам. В рамках проекта «Шелкового пути» – это логистика. Понятно, что здесь наши соседние регионы тоже могут на эту тему претендовать, но я думаю, здесь с учетом развития международной торговли всем может хватить проектов. С учетом выгодного расположения между Западом и Востоком, в том числе с выходом на северные округа, в Тюмени, в городе Тюмени, мы могли бы предложить совместный проект по созданию крупного логистического комплекса. Безусловно, нам, тюменским предприятиям, интересно в Китае, это рынок продовольствия. Растущее население, требовательное потребление, определенные ограничения своего производства, качественной продукции, поэтому мы могли бы двигаться, и мы в этом направлении двигаемся. Уже 5 тюменских компаний сертифицировали свою продукцию для поставки на китайский рынок. Безусловно, китайским контрагентам с этой стороны нужны крупные компании, крупные контрагенты. Поэтому, я думаю, здесь хорошая перспектива, в том числе и для кооперации сельхозтоваропроизводителей всех регионов, которые входят в Уральский федеральный округ.